семян отечественной селекции и при этом ограничить импорт зарубежных. Несколько прибавка составила еще около 200 тысяч гектаров необходимыми ресурсами. Отдельно хочу обратиться и к главам регионов, руководителям сельхозпредприятий. В рамках частичной мобилизации призываются в том числе и работники сельского хозяйства. Необходимо оказать поддержку их семьям. Я прошу уделить особое внимание этому вопросу. Особое. И обращаюсь сейчас не только к тем губернаторам, которые находятся на связи и принимают участие в нашей сегодняшней работе, в нашем совещании, но и вообще ко всем губернаторам России, ко всем руководителям. Категории граждан, которым предоставляется право на... Отдельно хочу обратиться и к главам регионов, руководителям сельхозпредприятий. В рамках частичной мобилизации...